А так можно было? PUBG, конечно, место чудес и возможностей. Мы неустанно об этом говорим почти что в каждом выпуске. Вот вы знали, что можно дистанционно, с помощью дрона, скинуть врагу на бошку груз, и тот помрет. А вот теперь вот знаете, а автор Каннибал ТВ получает G-коины за такой вот гайд. Дрессировка. А это тоже Каннибал ТВ, потому что моменты забавно неразлучны. Но этот крайне странный. Да, наша игра – место чудес и возможностей, но чтобы дрессировать врага, такого, конечно, мы еще не видели. Но в целом, почему бы и нет, за такой скилл можно и G-коинов накинуть на корм питомцам. Так, всем привет. Я, в общем-то, активировал кодики. Кодики. Наконец-то пришли кодики. Теперь мы можем открыть этих 8 замечательных кейсов. Давайте посмотрим, как мне повезет. Там от каждого падает 500, по-моему, тире 5000. Давайте побогатимся. Все, let's go. Первый кейсик вскрываем. На 30 дней получаем 500. Второй кейс вскрываем. Опять 500. Еще 500. Что-то не везет, я думал, там до хера выпадет. 500. 500. 500. Все 500, что ли? Все 8? Охуеть. Ну, вот такое было открытие. Быстрое открытие призовых кейсов. Все по 500 выпало. Но у нас среди 4600 стало. Ладно, хер с ним. Вот. Так что... Вот так вот, сейчас будем тратить.